Состоящим целиком из дверей. Через них люди выходят в мир из цветных огней и ярких витрин. Тебе кажется, что тебя заперли на складе забытых вещей. Но главное помнить, ты здесь не один. Да, ты не один, словно ждать спасения хватит. Ведь у тебя впереди персональный ад. Только бы понять, вся твоя жизнь в одной палате. Или весь мир вокруг тебя нищета палат. Ты не один, снова ждать спасения хватит. Ведь у тебя впереди твой персональный ад. Только бы понять, вся твоя жизнь в одной палате. Или весь мир вокруг тебя нищета.